Ой, да мне что, себя хвалить? Ну, я, наверное, очень любил деньги с детства и не любил работать. Це погано. Что ты хотел за 50 гривен? Ви вибачаєтесь в таких випадках? У нас есть раскладушки, у нас все есть. Ой, це смішно, якщо чесно. То есть у меня такая немножко появилась корона, да, я там уже думал, что я все сам умею, мне не нужно тренироваться. Привіт! Мене звуть Вікторія Галі, і це рубрика «Другой ракурс» на ютуб-каналі «Зеркало моди». Ми продовжуємо знайомити тебе із цікавими перукарями-стилісти України. Сьогодні це людина з дуже холодним прізвищем, але надзвичайно приємною вдачею – Сергій Зима. Сергій, поділіться, будь ласка, з нашими глядачами, хто такий Сергій Зима? Сергей Зима, в первую очередь, мастер-парикмахер со стажем на сегодняшний момент 16 лет. Это самое первое, чем я могу похвастаться. Да? Похвастаться еще могу тем, что первый салон я открыл, когда мне было 20 лет. То есть на сегодняшний момент ему уже, первому салону, 12 лет. Да, мы немножко там меняли локации, делали какие-то брендинги, ребрендинги. Но непосредственно там есть коллектив, который мастера, которые работают уже со мной 12 лет и уже там уходили в декрет по два раза, возвращались. Ого. А взагалі, якщо там доводиться вам розповідати комусь про те, звідки ви родом, чи соромитеся ви інколи говорити, що от такий от знаменитий майстер, який спочатку відкрив великий бізнес в Сумах, продовжив це в Києві, насправді родом з села? Ну, я цього ніколи не стеснявся, і на сьогоднішній момент по нашому законодательству, да, в доступному місці повинна висіти книга відгуків пропозицій, свідоцтво про реєстрацію і так далі. Прописка у мене до сих пор в селі Микитівка Тростянецького району Сумської області, і ці всі документи висять в доступності для будь-якого клієнта. Справді? Ми знаємо, що ваша фішка – це 24/7 салон. Скажіть, будь ласка, вона пішла з Сум? Чи це нововведення в Києві, власне? Знаєте, коли я непосередньо відкривав салон, ми довго думали, да, от чим ми можемо відлічатися, якусь маркетингову фішку. А на сьогоднішній день там відлічитися люстрою за 2 мільйони доларів ми не можемо. Да, або якою-небудь там японським апаратом по тілу за 50 тисяч євро і так далі. Поэтому ми придумали такий от ход. Тобто не можу сказати, що фінансово він правильний, але як ізюмінка і чим ми можемо відлічатися від інших салонів. Ну він в будь-якому разі не менш правильний, ніж люстра за 2 мільйони доларів, мені так здається. Тому що дещо дивне рішення, але таке приймається. Скажіть, будь ласка, які ще виникають проблеми, от коли потрібно, коли там клієнт. Буває там клієнт один за ніч, і все, і всі майстри мають бути, або хоча б один майстер має бути. Бувають, звісно, але в нічні зміни у нас залишається по одному дежурному майстеру, якщо у нас нету записі. Тобто нету абсолютно записі в нічне время. Скажіть, будь ласка, чи траплялися якісь казуси? Отак от в якихось нічних записах, що вам телефонує адміністратор, чи от саме черговий перукар і такий Сергію, приїжджай, біда, проблема, все потрібно вирішувати. Сама не впораюсь. Ну, смотрите, таких прям казусів я не можу назвати. На сьогоднішній момент чого-то там такого сверхъестественно, ну, не происходило. Но, конечно, если есть какие-то сложные клиенты, либо клиент хочет попасть непосредственно к арт-директорам, то вызывают. В зими в нього характер який? Більше такий же ж крижаний, як його прізвище, чи добрий, м'який? Добрий, но очень вспыльчивый. Знаете, я могу прийти в салон, на всех наорать, потом у меня все отошло. Я не знаю, что меня быстренько все попустят. Вы выбачаетесь в таких выпадках? Ну, наверное, я уже не в том статусе, чтобы выбачаться. Попросту я никогда ни на кого не кричу. Но я вижу очень много моментов, которые не видит даже управляющий. Да? Вот я пришел с плохим настроением, я не просто могу кричать, но я могу заметить там где-то пыль, где-то непростерилизованную расческу и так далее. И я просто в этих эмоциях могу это все резко и быстро высказать. Если у меня попадает один под горячую руку, сразу идет все. То есть я иду проверять все тумбочки, все красители, все как сложено и так далее. И оно такое вот наплыв. Потом раз, через полчаса я уже добрый, я уже пошел там, заказал всем пиццу, еще что-то и так далее. Ну, коллектив, который давно работает... вы бачаетесь, знаете. Коллектив, который давно работает, они как бы они вас разумеют. Привыкли, да. Тем более, ну, как бы в основном там, 70% директоров, которые не находятся на рабочем месте, да, в нашей профессии, ну, допустим, сейчас в Киеве, раньше в Сумах,
90% времени я провожу в салоне. То есть даже если я кого-то не обслуживаю, то я там занимаюсь какими-то документами и так далее. То есть я непосредственно всегда с ними. Да, то есть мы можем вместе обедать, вместе там курить, пить кофе, общаться и так далее, потому что у нас идет прямое общение. Можно так. А як в такому випадку з певною субординацією? Ну, иногда мы ее переступаем, потом мы ее там возвращаем и так далее, но я думаю, что это самое сложное, наверное. Это субординация, потому что мы все одного возраста практически, да, там есть уже сейчас молодежь, я не спорю, там мне уже 32, да, а есть девочки, которым 18, они там Сергей Александрович и так далее, но а основной костяк наш — это мастера, которые со мной там очень давно. Угу. И, грубо говоря, вчилишься параллельно десь в той час же и с вами. Мы все между собой обучались, мы вместе выступали на конкурсах, мы очень много времени провели вместе на тренировках, на чемпионатах, на судействах. А у нас сейчас в коллективе я там уже 3 раза крестный и так далее. То есть у нас есть такие грани, которые мы, можно сказать, переступили, но мы все равно все как одна семья большая. А что вам подобается больше, вчити чи виконувати роботу и працювати напряму с клиентом? Я близнец, знаете, мне сегодня нравится одно, завтра другое, послезавтра третье. О, тоже парный знак. Да, то есть я не могу сказать, что мне там нравится только учить. Вот мне нравится, не хочется работать, я иду учить. Не хочется учить, я иду работать. Я могу себе это позволить, потому что у нас все взаимозаменяем. А что максимально вы можете себе дозволить? Максимально на сегодняшний момент я могу проснуться утром и понять, что я не хочу работать. Вот как бы это было некрасиво, может быть, но если я в этот день не хочу работать, я не буду. Это бывает очень редко, но бывает. И что вы делаете в такой день? Вот вы просинаетесь? У меня 4 собаки. У меня частный дом и 4 собаки, мне весело с ними. Вы проводите час только с собаками? Ну почему? Я могу выехать на шопинг, могу сходить в кино, могу просто просидеть на каких-то вебинарах, что-то выучить, что-то посмотреть. На сегодняшний момент я прохожу курсы по макияжу. Правда? Да, я могу там учиться. То есть я все время себя чем-то занимаю. Ой, а какие у вас собаки? Расскажи. У меня 2 шицу, боксер и лабрадор. Как они живут? Боксер и лабрадор живут во дворе, а шицу живут в доме. Но они все между собой дружат. Это все ваши? Чи каждому члену родины по одній собаці? От кожному члену родины были по одній собаці, а теперь они все вместе. Ага. Ваш? Який? Моя, сестры и 2 жили в деревне с мамой во дворе, то есть большие собаки. Ага, ось воно як. Все воз'єдналося. А тепер все в кучці, тому їм весело, вони вже між собою подружились. Скажіть, будь ласка, за конкурсний рух і за участь в чемпіонатах, от безпосередньо не суддівство, а участь. В якому віці у вас трапився? Самий перший мій конкурс був у 2004 році. Це був чемпіонат Сумської області. А знаєте, чому пам'ятаю? Тому що недавно мама говорить: так, мені потрібен міксер. Я говорю: зачем? Вона говорить: так сломався же. Я говорю: який? Вона говорить: той, що тобі подарили на першому конкурсі. Тобто за друге місце в 2004 році мені подарили міксер, і він проработав до позавчорашнього дня. 14 років. Представте? Я зараз більше готовлю, тренірую. Мені більше подобається отримати такое наслаждение от того, когда выигрывают тех, кого ты тренируешь. Потому что когда ты выступаешь сам, у тебя один шанс. Да? Когда ты тренируешь 10-12 человек, ты получаешь больше эмоций. Ты можешь больше всего воплотить. И, наверное, тренировать у меня немножко лучше получается, чем выступать. Потому что я мастер такой немножко импульсивный. Мне надо все быстро. А иногда в конкурсной работе нужно что-то вот выгладить. Поэтому подсказать я могу лучше, чем сам сделать. От по чемпіонатах дуже поширена думка про те, що на чемпіонатах місця купляються. Я вам скажу так, що я в своє время, коли виступав і коли проігрував, я думав точно так же. Допоки не почали вигравати ваші? Поки не побіждав сам, поки не прийшов якийсь опит з часом, да? Коли ти виступив плохо, виступив і проіграв, і ти не психуєш, що все купили. А ты думаешь, ага, почему проиграл? Очень хорошо подойти к судье и спросить, а что я не так сделал? Тебе всегда же подскажут, там форму не так, цвет не то, еще что-то не так. То есть лучше подойти и спросить, чем думать, что кто-то что-то покупает. Ну, с какого? С 13-го года я в судействе, мне еще, ну, хоть бы кто-то что-то дал. Никогда не предлагал. Тогда и ради, так? А так и ничего доводится. Ну, максимум какая-то благодарность потом, это в виде там бутылки чего-нибудь и коробка конфет. А на световой
Воно працює так само чи все ж по-іншому? От, щоб поїхати на світовий чемпіонат? Я думаю, ідентично. Но єдине, що більше стран, да, і коли ми внутрі країни, ми можемо щось посоветуватися, где-то щось понять, що нинче модно, допустим, гладкость. Либо, то есть мы немножечко иногда не попадаем в стиль. Mm-hmm. Да, вот на сегодняшний момент у нас есть две организации, CMC и OMC. OMC самая крупная, там больше 60 стран, а CMC немножко там, до 30 стран, по-моему. Эти международные организации парикмахеров, они рассоединились. Почему? Потому что в CMC вошли Турция, Сирия, то есть, знаете, вот эти восточные страны, у которых немножечко другой вкус. То есть никто не говорит, что у них там плохие работы, да? Но они немножечко не идут в тренд с нами. То есть если у нас невеста уже хочет какой-то маленький пучочек, то и прическа конкурсная, она уже какая-то маленькая, с каким-то элементиком, то есть более легкая. Угу. А турки, вы же сами знаете, это Восток, да? Они любят по-богатому, то есть это много украшений, большая голова, там, четкий, яркий макияж и так далее. Поэтому вот и произошло такое немножечко разделение в этих высших кругах наших, можно сказать. А в національних конкурсах, як ви гадаєте, варто брати участь, ну, якщо не початківцям, то майстрам, які розвиваються? Що їм може це дати? Я думаю, в національних мастера, які розвиваються, їм дуже трудно, тому що це дуже дорого. Їм варто, але це дуже дорого. А скільки в середньому це коштує? Ну, я вам скажу, чемпіонат в Кореї мені обійшовся около 25 тисяч доларів. Почему? Потому что это очень трудоемкий труд до самой поездки. То есть это подготовки, это модель, это одень, обуй, прокорми, тренировки, проезды и так далее. И плюс сам перелет. То есть ты же платишь уже не только за себя, а и за модель. Ну так, звісно. То есть два человека и Корея не близкий світ, да? То есть авиаперелет сам чего стоит, 10 дней проживания в Сеуле сколько стоит. И так далее. То есть это как, знаете, как съемки клипа, допустим, говорят, там, клип сняли за 75 тысяч долларов. Но на самом деле гонорар там, клипмейкера там, 5 тысяч долларов или 2 тысячи долларов. Остальное это занимает трансфер, еда, свет, звук, оборудование и так далее. Так и в этой поездке. То есть если в общем взять, вот, потрачено столько-то. Ну, там, на сам Сеул ушло там, 3 тысячи долларов, допустим. Участие в чемпионате, если участие в наших чемпионатах местных, это там 500-800 гривен, то участие на чемпионатах Европы и мира, это 800 евро. Ничего. То есть да, оно дорогое, но это не сравнять с тем, что тебе нужно потратить на подготовку. И чи виправдовує така сума те, що ти отримуєш в кінцевому результаті? Знаете, что мы отримуем в кінцевому результаті? Максимум кубок – это первое место. Кубок, просто кубок. А остальное это медаль и диплом. То есть если на наших чемпионатах есть спонсоры, которые дарят там, вот молодежь сейчас уносит там пакеты какой-то, брендовой продукции, еще чего-то, то на чемпионатах мира этого ничего нет. Все равно я вам скажу, самое бесценное в конкурсном движении это все-таки вот этот опыт, вот эти тренировки, вот эти вот поездки, общение между собой, командный дух и так далее. То есть вот эти все деньги большие, которые ты тратишь там на поездку, эта поездка проходит за неделю. Выступление на чемпионате мира сейчас от 7 до 15 минут. То есть это все мгновение, которое пролетает очень быстро. А сам опыт, знания, которые ты нарабатываешь на подготовке, это больше ценится. Да? Ту же модель. Мы на одних волосах там, за полгода испробуем миллион красителей, миллион лечебных средств, масок и так далее. И мы уже на опыте мы уже знаем, ага, так вот эта маска там той марки не работает, вот это работает, так далее. То есть сам опыт стоит этих денег. Сергію, от дуже поширена така практика, коли у відомих стилістів є відомі зірки, які користуються їхніми послугами, а в кінцевому результаті навіть дружать. От мені довелося бачити у вас на Facebook-сторінці фотографію таку відому українську співачку, як Анастасію Приходько. Поділіться, будь ласка, це. Ну, ізначально ми працювали, зараз ми дружимо. Ви зійшлися, власне, на екрані десь? Вам довелося попрацювати? Чи де? Нам, ізначально Настя прийшла як клієнт. Тобто вона була такою, вона була на 6-му місяці беременності. Вона була таким першим вредним клієнтом, яка вскочила з кресла
Я ей делал окрашивание, она вскочила с кресла там посреди окрашивания, просто выбежала в салон. А потом перезвонила через 3 часа и говорит: извини, я перенервничала, много людей было. Я дома блинчики жарю, приедь, докрась меня дома. То есть, и вот так оно пошло-пошло. А яке знайомство в своєму житті ви вважаєте найважливішим? Ну, для кар'єри це, звісно, з моїм тренером, да, з яким я теж їздив як учителю, з яким я там називав на «ви» і так далі, і з яким ми на сьогоднішній момент дуже хорошо дружимо. І це в професіональній кар'єрі іменно вона мені дала такий, як би, толчок. Да, от такий, от, іменно, знаєте, воно так шло-шло-шло, а після знайомства з нею воно так бух, взлетіло. И резко я добился. Ну, это Елена Филоненко, я думаю, все ее знают. Вот профессионально именно это... А не в профессийном? А не в профессийном? Ну, не было у меня такого какого-то сверхзнакомства, которое бы что-то мне помогло. Вот у меня есть сейчас предложения, там и Польша, и там Европа, какие-то франшизы, какие-то взаимные... Ну, как можно было бы работать. Ну, нет, я пока вижу много салонов в Украине, а потом уже может быть как-то. Ну, вот, например, в мае месяце я как там бизнес-консультант летал открывать салон в Ингушетию. Хоть когда меня пригласили, я даже не знал, где это Ингушетия, и такой раз тут Google открыл. И потом только понял, что это там часть России, да, какая-то, то есть отдельная республика, но это часть России. Ну, не знаю, я был очень много где в мире, и куда-то вернуться... Ну, на данный момент мне на 120% Украина устраивает. Слухайте, ну це цікава позиція, бо переважно майстри, вони прагнуть все-таки, ну, от коли ми розмовляли з вами з того, що бізнес вийшов із Сум в Київ, і от куди далі, якщо буде досягнуто якоїсь такої стелі? Мені ще хочеться, очень хочеться Полтава, Харків, Одеса, Тернополь, Івано-Франковськ, Львов. Ну, у нас же куча городов. Мне кажется, так как за собой ухаживают украинские женщины, так не ухаживает никто. И куда варто вкладываться? Бизнесом, мабуть, и своими силами, правда? Скажи, пожалуйста, в плейлисте Сергея Зимы, что можно найчастіше почути? Хотите поржать? У меня нет плейлиста. Тобто? Серьезно. Я даже в телефоне нет ни единой песни. Ну, а не знаю. Я максимум, что могу включить радио в машине. И то я люблю тишину. Знаете, когда ты находишься в салоне, постоянно орет музыка, разговаривают клиенты, там гудит вытяжка, фен и так далее, то в машине я люблю тишину. Вот открытое окно, сигарету, тишину. А щось, якщо відкриваєте, якщо буде вільна хвилинка, відкриваєте ноутбук, то подивитися, окрім семінарів? Дурацкие передачи типа «Гроші». Еще что-то. Почему? Вот не знаю, мне кажется, когда я... вот смотрю, например, вчера перед сном я смотрел передачу «Гроші». Вот у меня тогда отключается мозг. Ну и еще я себе сейчас не могу позволить, в этом году вообще ни разу, и еще у меня мозг отключается, когда я смотрю на поплавок. То есть я могу закидывать удочку без червяка, да, сидеть сам на берегу какой-нибудь лужи, но тогда я не думаю о работе и ни о чем. Якщо оглядатися на себе не в 20 років, бо 20 уже був салон, трошки раніше. О, даже в 20, знаете, сколько було? Ну, у 18, що би ви порадили одне таке, якесь таке фундаментальне виправити тому Сергію? Ну, знаєте, я там іноді думаю, що там я в молодості був дуже великим транжирою, ну, я зараз транжира. Тобто, якщо б в ті времена мені сьогоднішній мозг, то вже, мабуть, 100 салонів би було. Ну, з іншої сторони, я ні о чому не жалію, не хочу нічого справляти. У мене є що вспомнити. У мене була бурна молодість. Навіть так? Ми успівали все. Да, мы успевали гулять там до 5 утра на дискотеках, 7 дней в неделю, и в 8 утра обслуживать по 20 человек в день, и это все было, и все были живы, и было все отлично. А про что вы мрієте? Я? Про 100 салонов, я же сказал. Тобто це така мрія? Мені здалося, що це бізнес-план. Мрія має бути якоюсь, ну, надто недосяжною, а 100 салонів – це досяжно. Надто недосяжно? Но я мечтаю все время, я каждый год говорю, все, я не буду работать, я не хочу работать. Ну, в принципе, на сегодняшний момент я могу не работать, да, то есть, может, немножечко ужать свой там пыл, меньше там тратить, ну, нормально жить, то есть, мне хватит того, что мне зарабатывают.
Ну, это я говорю, а потом через 5 дней, когда не работаю, я говорю, хочу работать, запишите мне, найдите мне модель. Вот мне становится, там, например, стригу, все одинаковое, там, клиенты и так далее. Мне хочется чего-то, я говорю, так, СММщику, найди мне модель, мне там хочется кого-то поменять. И тогда я работаю абсолютно бесплатно, да, я могу день красить там человека для там, 2 фотографий до-после. Ну, это бывает, вот этого хочется больше, но на это не всегда есть время. Дякую вам, Сергій, дуже дякую за таку розмову, було дуже приємно поспілкуватися.